Итак, контент предназначен для 16+. Никому не заходить. 15 лет уже нельзя. Только 16+. Я вас предупредил, смотрите сами. Итак, всем привет. Меня зовут Денис. Вы на канале... просто на канале Фэй Дэвис. Сегодня я буду начинать игру, прохождение, начало прохождения игры «Елки-моталки». Петля смерти. Насколько я понял, по описаниям, петля смерти, это имеется в виду, что мы будем проживать один и тот же день, выполняя какие-то миссии. Я, конечно, очень надеюсь, что игра будет похожа на игру под названием Rage 2. У меня там есть где-то видео, именно вырезки, приколы там с этой игры. Мне она очень понравилась сильно. Ну, что еще тут в этой игре интересного? По идее, мы должны убить несколько... человек, чтобы выйти с этой петли. Как-то так. Ну что, короче, все я настроил уже. Все настройки настроены. Мы будем начинать игру за Кольта. Поехали. Если меня будет плохо слышно или что-то еще, подсказывайте, буду что-нибудь мудрить. Почему я ты не знаю, дай ты мне хоть сообразить. Это ох, кинжал. Ты даже не пытаешься. Раньше, но я без понятия. О, черт, ты это плохо. Можешь думать побыстрее. Сейчас сдох. Алло. Тут не успели начать, я уже умер. А, это ж петля, о. Это ж вообще... Ух, какой же странный кошмар. А, пора завязывать с бухлом. Так. Ну, давай. Как я здесь оказался? Тебя пырнули. Самый долгий день. Ну, это понятно. Самый долгий день. Опять? О, открыть. Открыть. Что-то не открылось. А, вот так вот. Исследовать местность. Сейчас исследуем. Движение вперед, нажмите Shift. Это понятно, что ускорится. Разорвайте! Тут тихо. Че, ёпта, блядь? Разорвать петлю! Бред какой-то. Нет, не глюки. Я это вижу, охренеть. От скорости, что ли, блядь? Стошнило. Давай, давай. Кто? Кто ты? Кто я? Меня зовут... Чиполлино. Да твою ж мать, как меня зовут-то? Чиполлино. Взять. Ага, EQ это ворота. Ага, прикольно, охренеть. Так, оружие. Для выстрела нажмите, это понятно. Нажмите как для перезарядки. R это, бляха-муха. Так, если такая случайная, наверняка, чтобы... еще и неисправность. Зашибись. Легкий пистолет-пулемет. Откуда я это знаю? Ну да. В заставке у тебя, между прочим, был другой чувак. На секундочку. 30, 50, 50. 50 патронов еще есть? Ни к чему. Чего? 70 патронов и все? Совещание, стреляй, 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 стреляй! Ну и свистываем, яблочко, кайфово. Круто, зашибись. Классно, Куда еще, а вон еще? Еще будет? Не будет больше, да? Ну ладно. Так, берем. Что у нас здесь интересного? Это что? Это не взять. Будильник. Бабахнет или что, не пойму. Как ёбнет. Не? Такой интересный будильник, конечно. Что, все, да? Тут ничего больше нет. Я так понимаю. Да? Ну ладно. Зря патроны потратил. Где тут еще где-то пачка была?
Годится. Она берется вся пачка, а дается 3 патрона. А, класс, ну конечно. Это я, это ты, выполнил. Прям как в песне. Ты это я. Ну что, я это вроде ты. Знакомо. Я тут жил. Стань еще лучше. Еще красивей. Еще стильнее и сильней. Что это? Совершенно очевидно понятно. Брелок. Брелок. Так, белки. Наделение энергии, времени, каждый белок наделено разным временем, правильно? Ой, энергии, правильно. Да. Блестит. Да, ладно. Странное чувство. Все? Я думал, что будет такое такое. Доктор Вензе Эванс. Ядрить, матрить. Вот я буду сейчас стрёмно. Это походу все мои цели? Да ладно. Ни хрена себе. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь целей. И они как-то так интересно все расположены. Ого, остров, ни хрена себе. А, да, вот еще. Этот день, получается, ну, было описано, это на острове. Постоянно этот день происходит на одном и том же острове. Соответственно, выйти с острова не можешь, потому что тут идет петля времени. Взломщик. Черный риф. Гребаный остров. Вот, остров получается черный риф. Это я вроде сам сделал. Так, взломщик, взломывает ветряные... Понятно. Паблин... По сути, взломщик, понятно, как бы, название взломщик, да? Ясен хер, что он будет взламывать. Ты знаешь код. Да какой я нахрен не код? Не знаю я никакого кода! Эй! Эй! Может, это он? Что Данжер. За... Эй. Ты уже код. Вот он, код, код. Прямо здесь ты пись. Веди код. Надо, что ли, найти этот код? Открыть. Блин, это вопли, не бесит. Самый долгий день. Все это проверял. Тут это здесь. Карта едет? Где карта? На М нету карты. На обычную тоже нету карты. Как присесть? С. А, я же их переставлял. Зачем я переставлял на С, не понял. Контрол мне ничего не делает. Что у нас здесь? Здесь. Какое-то авто. Опять что? Ладно, понял. Будем искать код. Так. Код. Код, код. Кольт. Кольт. Можно отморозить ноги. А, понятно. Не попадай, короче, в воду. Я вас понял. Хрена себе, он что? Он допрыгнет? Блин, ты елки мотал. А что, по веревке можно будет пройти? Да вы шутите. Да ну не. Тихо. Вау, 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 вау. Все нормально. Живем. Доброе утро, Черный Риф. Это Джулиана Блейк. Черт, это она. Похоже, плохи мои дела. Идеологом. А, значит, мне надо... Да понятно. Короче, понятно. Блин, что мне-то понятно заело. Мне надо убить, получается, идеологов каких-то. Данжер опять. Идеологом. Сюда на верхний... Все, я понял. Я понял свою ошибку. Уии! Он в два раза прыгает в ней. Ну понятно. Так, нажмите А, когда экран появится подсказка, чтобы мгновенно убить ничего не подозреваемого врага. Можете совершать убийство, держа руку.
Оружие либо полностью, либо... Ага. Не успокоюсь. Опля. Не успокоюсь, нет. А еще больше нельзя кинжал. Мальчишкой. Носил я брюки, клёш, соломенную шляпку и в кармане нож. Дамы и господа, Фрэнк Спайсер. Ого! Ты куда? Он исчез? Не понял. Вот это я ловкий. Как будто я уже это делал. Угу, так вон еще петля. Да-да-да. Борода, блин. Да-да-да. Давай. Так. Too fucking cold. Ну, прикольно. Зашибись. Fucking cold. Fucking cold. Идем дальше. Какая красота. Да. Что да-да-да, не пойму. Красота? Ты меня что слышишь? Игра, ты меня слышишь? Черт! Почему не могу вспомнить? Кто вернулся? Ну да, конечно, они же возвращаются, они ж не дохнут. Там туда далеко так идти? Никого нету. А если я упаду, интересно, я смогу возродиться? Ну, опять. В том же самом месте. И мне каждый раз придется возрождаться. Патрончики. А я могу так, да? Нет, не могу. Ой, фокусировка. Угу. Я понял. Я вас понял. Ну, слезь. Присели. Да ёлки-палки, что ж такое? Микрофон мешает. Ой. Понятно. Автомат есть. Автомат-пистолет. Пистолет-автомат. Это пистолет. Так, хорошо. Что мы делаем? Там не это самое. Интересно, я смогу? Сейчас бы пострелять. Потом. Или занюхнуть. Пока вы летите к цели. Ну давай. Нихера себе! Жалко, не развалился. Как обидно. Шо это? Обещали бесконечное веселье, а тут холод собачий. Тебя вызывают. Это не моя забота. А, можно обойти же. Да, тут говорили, что можно просто обойти. Ой. Ну и глюки у меня. Вот блин. Походу не получится мне обойти его. А он скроется за машиной? Бля, не скрывается. Мое сердце всегда было здесь. Я думал, то баба, а это баба. Ой-ой-ой-ой, парень. Прямо как тогда в этом... Как его? Да ты зря, мужик, вообще. Зря, совсем-совсем зря. Зачем же ты так заметил меня, а? А что у нас там, где она, как она стоит? Тише, может, ты услышишь. Передница стоит, зараза. О, я вот так обойду. Можно ж? Да? Да, можно. У нас никого нету больше нигде, ну, кроме вот этого черта. Ой, ёлки-мота. О, там что-то можно сделать, да? Да, ну. Может взорвется. Ну и шо? Бесконечное веселье, а тут холод собачий. Тю. А тебе можно как-то глушануть, а ну? Ой. Вижу злодея! Вижу. Ой. Это Кольт! Это Кольт! А ты без головы.
Херак? А что у него, я не пойму? У него что-то должно быть взломаться, я так понимаю. С этой ерундой. Или это просто... Что-то я ни хера не пойму, что у него должно было сделаться. Мужик. Да, что ты такой бесполезный? Я... Джулиана, вдруг ты уже забыл? Слушай, что было прошлой ночью, я помню. Плохо, но может ты мне... Что? Хера себе стекло. Я ведь тебя знаю. Да, наконец-то вернулся. Скажи, что именно ты обо мне помнишь? Ну, все очень смутно. Скажи, что ты помнишь? Что я Кольт. Обо мне? Ты зачем-то хочешь меня убить? Я должен знать какой-то код, но я не знаю еще. Ты это хочешь петля. Разорвать петлю, да? Да, думаю, да. Слушай, не захочешь разорвать петлю, буду тебя убивать самыми мучительными способами, день за днем, чтобы передумать. Ладно, разорву я твою петлю, и уж прости, если тебя выбесил. Нормально. Слышишь? Ты этого ни разу не говорил. Ты моя бывшая? Короче, иди в библиотеку. Это важно. Ты моя бывшая, говорит. Тебе ж написали, не доверяй, ты чё, блин. Чё это такое, тугодум? Они зефирки ели? Вообще охерели? Может, он тоже голодный? Вау, шо меня так крутануло, это что такое? Медпункт. Восстанавливаю здоровье с помощью медпункта, удерживаю тебя до тех пор, пока полностью не излечитесь. Это понятно, а это зачем? А, маленькие медпункты. И чего тупим? Ты может займемся чем-нибудь полезным? Ну, левый, правый, библиотека ждет. Все, чем-нибудь полезным. Мне и так прекрасно. А я хочу их пособирать, бля. Не хочу одну, хочу много. Опять будильник, ебан. Поесть, может, хочу, может, голодный я. Я всегда голодный. О, главное, в библиотеку главное идти не с пустыми руками. Что-то покрепче нету. Не, ну чай-то совсем, совсем крепкий. Главное пописать. Курочка, жди меня. Руки помыть надо. Не работает. Это что у них, зеркало типа? Прикольно. Можно дверь закрыть. Ну хоть это работает. Что с книжками? Хрена себе, что у них со страничками-то, а? Вот и нормально, вот и вообще пиздец. Покосило как. Ай, тихо, я отсюда вышел. С бутылкой неудобно, наверное, да? Блин, тут мало, так мало действий сделать можно. Вообще, в других играх бы уже, наверное, тут все можно было раскидать, разбросать, расходить, растоптать. Кнопка. Як? Что там? А взять в итоге нельзя. Главное, я могу нажать. Но взять я это не могу. Ладно, бутылка. Так, это что, то же самое? Автомат. Зачем это все ставили, я не понимаю. Для чего? Это ничем, ничего с ним не сделаешь. Ну что за бред? Талатон, да? Прицелиться нельзя? Бросить, отпустить. Бросить, отпустить. Что это? Я уверен, что в этих каркасах что-то есть. Ух, нихера себе башка. Ты еще и открываешься. А сюда можно? Это не библиотека. Это не библиотека. Ладно, я в библиотеке. Только запомни, рычаг не трогай. Что? Чего? Что там, что там? Потяни. Черт. Написано потяни. Как это не трогай? Написано потяни. Ладно, подергаю рычаг. Да, написано же потяни.
Это что такое? Это какой-то кошмар. Пост Кольта. Сводка в фильме по объекту. Ага. Пытаются не проблемы, понятно. Глюки были. Нихуа-хуа. Только она крутая, и я крутой, и мы вообще вместе крутые. Там не хухры-муха. Так, ладно, где там рычаг? Я ли? Объясни для особо одаренных. Иди дергай рычаг, побыстрей! Ну ладно, я люблю дергать, давай. О, черт! Это что за... О, вот все у тебя как всегда. Я хочу. Разочек, попробуй сделать так, чтобы стало интересно. Это что за хрень? Арнезис? Вот ты как, значит. Вечно я тебя жалею, неблагодарная ты скотина. Но... В этот раз я тебя отпущу. Точно, бывшая. Зачем ты это делаешь? Что я тебе сделал? А как же кот? Его-то вспомнил? Не знаю! Я разбил, ни хрена себе. Ну что, можно выпрыгнуть? Разорвать петлю, прыгать? Ты выживешь? Ладно. Прыгай, была, прыгай. Не была. И ты поиграй. Не хочу. О, что-то такое бенькает. А, это вот это, наверное, херня. И мне надо разорвать. Да, походу, наверное. Ладно, где там? Давайте разгон побольше возьмем. Так интереснее. А через стол, интересно, смогу перепрыгнуть? О, нет, не смог. Ну ладно. Побежали. Прыгай. Прыгай, прыгай. Не говори ей. Не говори ей. Бать. Я глазам не верю. Так это ж я. Ты кто? Слушай. Я? Эти надписи на черном рифе твои! Ты знаешь код! Это как понять-то? Алло, ты же... Ну чё, вытаскивай! Ну ты тяжелый. Открытка, придурок! Ты написал код на открытке с черного рифа! Ты понимаешь? Ладно. Стой! Сейчас я тебя сброшу! Стой, стой! Погоди! Какого хрена? Нет! А, открытка черного рифа. Это получается это ж? Ну вот это... Фазотроне, да ладно, и каждый раз я тут буду появляться. Я сам себя убил. Да что ж за долбанный бред. Короче, капец. Открытка, открытка, найти открытку, убраться с пляжа. Так открытка ж там же получается. Ну вот это чепухи. Пистолет где? Давай, иди сюда. И та же хрень. Все, взяли, поехали, открывай. Пошли дальше, побежали, побежали, побежали. Побежали, о, да-да-да, вон она. Ой, это хертень. А каждый раз она будет появляться? А, ну да, точно. Я буду собирать их, получается, и улучшать что-то. Открытка. Вот она, открытка. Код давай. Ну, переверни. Это даже смешно. Да, нормально. Да. Зашипись. Ладно. Ну что? Рванем петлю. Кольт, ты вообще никогда не разорвешь петлю. Это абсолютно невозможно. То разорви, то не рви петлю. Ты уж реши, чего надо. Чтобы ты не облажался. Слушай, сегодня паршивое утро. И вчера. Короче, сегодня я все это закончу. Ясно? Хоть пойми, где начать. С даунтауна. Ясно же. Доброе утро, Черный Риф. Срочное объявление. Опять? Джулианы Блейк. Я тут узнала, что Кольт нас предал. О, годится, граната. Взрыв пакет. Обычная гренка. Нажмите П, чтобы взять П. П. П это Г. Ух. Ну, а черт, боеприпасы кончаются. А, она меняется. Читать надо уметь, ёпта, БУР. Ага, вот так вот. Взяли, годится. Что еще? Что еще интересного? Что еще? Что еще? Дробовик есть? Дробовик вообще не помешал. Нету? Ну ладно.
Дальше, 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 дальше. Опять какая-то слиток. А кто это сюда? Ты знаешь, ого! Ты. Что это? У него что, есть это самое? Так, и что дальше? О, холодный и странный. Радуется, ёпта, я бы уже обосрался. Прикольно, он позволяет воскреснуть после смерти. Только дважды. Угу, понятно. Понятно. Ладно, проверим. Не хочу я проверять. У вас есть оружие, несколько гранат, я допомню за... Понятно. А у меня есть снайперка, у меня нету. Вы выжили, прикольно. Лег радуется. Новая информация. Отыскать мою квартиру в даунтауне. Моя почта приходит на адрес даунтауна. Так, а что это, выбрать или что? А, это то, что я прошел? Ну, окей, ладно. Что это? Двойной прыжок в воздухе. Классический прием. Двойной прыжок, прикольно. Отдача становится слабее, это хорошо. Угу, накройте меня квартиру из даунтауна. Посмотрите, новый энтер, ёлки-моталки, чё ты? Хорошо. Отыскать меню, мою квартиру в даунтауне. Окей. Назад. Набор. Ну. Дополнительный предмет становится выше. Понятно. Это гнездо предназначено для ля-ля-ля, понятно. Убивайте идеологов. Избирайте их. А, это у тех парней. 7 штук, которых. Сколько там? 7, кажется. Брекил. Брелоки. 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 А чё не брелки? Брелоки. Может, походу, опечатка у меня тут. Может, брелки все-таки. Приносит вам ощутимую пользу. Это понятно. Несколько минут характеристики вашего базовой способности. У вас уже есть брелок. Ага, можно поставить. Прыжок. Джемп, джемп. Когда у вас появится больше видов оружия, вы можете выбрать. Это понятно. А есть? Нет, ничего. Ага, 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 все модернизировали. Ну, в принципе, все по накатанной. Все, в принципе, как и везде, исследовать даунтаун. Окей, ок. Ага, надо зажать, прикольно. У вас есть оружие, хорошее снаряжение. Вы готовы разорвать петлю. По крайней мере, надеетесь. Выберите, задержите, чтобы отправиться в даунтаун. Поехали. Поехали. Посмотрим. Хватит ли мне. О, башка собаки, прикольно. Даунтаун. Площадь Дорси, второй этаж. Площадь Дорси, второй этаж. Площадь Дорси. Я же просила действовать иначе, а ты опять попёрся в даунтаун. Как даунтаун. Ты знаешь, где я? У тебя что, камера везде? Через радиовышку, а ты каждый раз так удивляешься, будто я не знаю, куда ты идешь. Я не знаю, куда иду. На площадь Дорси, дом скалы, а там на второй этаж. А ты ко мне в гости набиваешься? Чтоб ты опять хвастал пивным крантиком. Не я, это был другой Коль. Кстати, все знают твою идиотскую куртку. Прекрасная куртка. Чё тебе моя куртка не... Не понял.
Главное, что она следит за мной и при этом не знает мой код. А, понятно, это его этот самый. И можно выйти с двух сторон, получается. Ну ладно, я так понимаю, по идее мы должны будем... Как прикольный валик. Жать по-своему исправление. Ну понятно, тюхи. Шу? Он там встать хотел или шо? Херячьте и разваливайте всех, шо можно. Вообще-то врач... Врач была так. Что не подмышку попало, что-то. Подмышку. Не под мою, правда? Под оптическую. Где шо? Должен быть другой путь. Ну, прикольно. Ладно, пойдем. Подожди, если что, черный риф, весь твой пользуйся. Прикольно, спасибо. Эй, бля, чуть не наебнулся. Ух ты, кто-то там есть. Прикинь. Что ты ждешь? Что ты там, блядь, можешь ждать? Никого тут больше нет, у меня никого нет. Да ладно тебе. Че вы все в масках? Оружие. Можно взять, да? Годится. Замена оружия. Выберите оружие. Понятно. Окей. О, да, детка. Это пистоль. Это пистоль. Так, кто там еще есть у нас? Бутылки, ну это понятно, это понятно. Ага, походу далеко. Не выделил. О, это выделилось. Тихо. Да это отстанет мне. Да что тебе, блин. А еще где-то двое есть? Еще где-то больше никого. О, вон еще двое. Раз, два. Бейта, ёба. Тут ничего, там ничего. Так можно, можно. Так можно через низ, да? А если интересно, глушим вот этого, а потом этого. О, ворота. А бутыл, о, а бутыл. О, годится. О, годится. Раздвигать ей годится. Бутылка, интересно, если я кину бутылку и попаду в него, что будет, а? Бросить, прицелиться, не? Ебать, вот это я бросил! Главное, она здесь не разбилась, а там раз, ну там понятная высота. Пиу! Ох, походу попал. Да, идем. Походу не дойдет. А что я разбил что-то? Да я ничего не делал. О, сюда бежу, типа. А ну сейчас. Ой. Вот это. Давай. Да? Стой, ебана в рот. Ой, ужас какой. Ты видел вообще? Ты обречен! Да ты, блин, охренел, блядь. Я в тебя втихаря хотел, блядь. Обречен, нахуй. Это скотина. Все. Херак. Херак. Нельзя кинуть него, ничего. Блин, надо пострелять хотя бы, ёпты. Ни хрена себе автомат. Автомат-пистолет. Вот то втащил. Почему тут прицельный еще? О, тут тоже можно было обойти. А, не, нельзя. Короче, смысл тут ползать? Походу тут... А, тут можно находить же, правильно? Ничего нету?
У-у-у, вот это винтовочка. Парное оружие. Ага. А как? О, дробовик. Вот это огонь. Я ж хотел дробовик. Вот и дробовик. А где тут? Тут же от трупа должен быть где-то пистоль. Вот он, пистоль. Удерживаю, сменить оружие правой руки, а в левой руке. Ага, вот оно. Так, тихо, подожди, стоять. Вот, пятую, угодится. И вот тут, а в правую руку. Фу, не, ну так нельзя, наверное. Или... Ой, а нахер, блядь, это прикольный. Ха-ха, с двух револьверов. Обожаю револьверы. А я не разобьюсь? Ух, ебать, высоко. О, это самая штука. Оп, нормально. Нормально. Все нормально, все хорошо. Здесь я не смогу выйти. Монтёр. О, монтёр прикольно. Я также железнодорожник. Монтёр будет другом. УАЗик. УАЗик, ты это... Нет, не ты это. Это... Где он? Что такое? Что это такое? Лопата. А, это просто типа показано, что это такое. Не пойму. Что-то где-то выделялось. Ищи. Дверь. Дверь-то понятно. Вот это что такое? Да, наверное, петля порвана. Порвали петлю. Открыть нельзя. Открыть нельзя. Взять ничего нельзя. Тут ничего. О, колесо тоже такое же самое. Взять, взять. Патроны это надо. Патроны это нужно. Что, жопа, ёпта? О, два раза прыгается. Прикольно. За меня два раза, получается, можно... Возродиться. И хлантовая маскировка. А, вот так типа. Бабах, понятно. Так, тихо. Разогнался, ёпты. Разогнался. Что? Это безопасное место. Ого, снайперский, да? Да, снайпер, ушла. Первые посетители смогут лично опробовать уникальные образцы армейского вооружения. Успеваете, пока все не разобрали. Они все пошли? Там что-то у него было. Вот у этого слева. Ой, еще один, елки-моталки. А что это такое? Тут сканер? А тут один остался он, да? Или два? Там парни. Там крутые парни. Я что-то вообще завтыкал. А как приближать тогда? Опа. Опа, парень выбежал. Надеюсь, это не Кольт. Это не я. Это не я. Ты же сам говорил, что это не я. Использовать. У-у-у, пивасик. Там кто-то кого-то бьет? Ага, он. Они копают. Хер с него, автомат эти дурацкие. Блин, я думал, это эти брелки, блин. А может, вам нужно перевести свои пожитки в другое? Да, что ты. Короче, всякие улучшалки, я так понял, не буду валяться нигде.
надо кого-то выбивать, сбивать. Мне и так прекрасно. Великолепно просто. Закинул, за глюки ловишь. Просто охренеть. О, дверь открыл. Сейчас не надо. Патроны, бутылки. Всякие хламля, машины интересные, конечно. А что это такое, не понимаю? Это типа, ну, она меня заметит и все, и... Да, скорее всего, она меня заметит и поднимет тревогу. Мне так кажется. Там опасное место, но там чувак пошел с этой самой. С, ну, какой-то глючный. В смысле, где конец-то? Понимаешь меня? Я здесь ради знаний. Нам обещали безумное приключение. Тихо, тихо. Библиотека. Сейчас я тебе принесу безумные приключения. Подожди. Ебать мой хуй. Сейчас она выбегает тут, блядь, наверное. Где дробовик? Есть там кто? Да, есть, я тут. Давай. Очуметь. Ай-яй-яй. Сигнализация. А, понятно. Вот это нормальный ход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, огонь. Ух ты, я почти сдох. Нихера себе. Это тебе не рейдж ту. Воу-воу-воу, тихонечко. Тихонечко, все нормально. Все тихонечко, все хорошо. Ай-ай-ай, работает спецназ. Да ты задолбал, на. Ого, сколько в тебе там... Тупая ты жулища! Жизни, блин. Ой, годится. Ебать, что это должно всех перебить? Жопа. Долбаная пушка! Да что такое, блядь, с этой пушкой? Ну? Блин, меня самое, надоели, блядь. О! Да ты охерел, блядь. Вообще в хлам, блядь. Ху-ху-ху, жесть. Это небезопасное место. Да я уже понял. А что это такое? А ну давай возьмем. О, пулемет! С 30 патронами. Басраться. О, это дробовик. Жесть. Годится. Поехали. Это небезопасное место, это я уже понял. Тихо, сейчас, подожди. А ну, чуть-чуть левее. Огонь. Он отпрыгнул. О, там что-то карточка какая-то. 6 патронов, елки-моталки. Твою же мать! 2 патрона, я тебе выстрелить не могу. Все, пизда. Пизда рулям. А. Ага, вот. Ага. Погано. Так. Граната. 4 штука. Тихо, она поменьше хоть. А, так нельзя брать? Ну ладно.
Значит, тут где-то было дохерища. Я же их повалил. У меня должны быть патроны. О, годится. Что ты сказала? Хуйня какой-то сморозил. Что там за хуйня, не понял. Какая-то херня светит. И что он дает? Шипами стреляется. О, вот это прикольный пистик, наверное. Вот это, наверное, кольт. А что эта херня дает? Попался. Ебать, попадать бы еще. Нахрен. Ложись! Нет патронов! Ложись! Ты, сука, есть, а вон где ты. Ебать. Ого! Развозякало. Ты вообще видел это? Прикрой! Где ты есть? Что, никого? Где ты, сука, есть? Ох, ядрить. Башку оторвало. Как вот эта херня выбивает? А, он как. Понятно. Надо именно в кумпол стрелять. А что вы тут добивали? Что это вообще такое? Теплое что-то, я так понимаю. Что-то было. А что у нас здесь? Какой-то вход. О, лекарство. Годится. Патроны взяли. Рычаг. Походу нет электричества. Нет электричества. Хорошо, нет электричества. А, рывки. Ой, тихо. Так, ладно. Теперь осторожней. Прикольно. Так, нет электричества, да? Тут у нас пособирали. Во, что тут? Что это такое? Лечильный белок. А где еще есть? Где-то я была лечил кого-то. О, годится. О, патроны. Хватит мне патронов. Хватит мне патронов. Патронов никогда не бывает много. Чтоб ты знал. Типа у меня тут есть все. Где она? Вот она. Что с камнем? Так, ты... Пизда, они не... Блядь, ой, блядь, что-то оно аж глюкнуло. Фу-тю-тю. Турель. А, ебать, натуре, идиот. Да все, понятно. С гранатой бегаю, это дурачок. Поменять П. О, вот так вот. Турель. Да все, я понял вас. Ой, блядь, да шо ж так. Не то нажал, сука. Ну обычно, блин, да, логично ли, если так сделать, то надо просто подержать. Сейчас меня сзади по-по-по-по перехлопнет сейчас. Ему надо навести. Понял? Все, нахер сложись, блядь. Деактивировать. А если надо будет, я могу его активировать, правильно? Кайфово. Это побахнуло меня. Ля, мародеры. Стрельные машинки всякие. Ну не жадничай. Да
А если сейчас тут не выбегает? Ля, какая пушка. Рапира. А это как-то меняется, да? Сменить оружие в правой руке. Так, вот этого давай. Рапира. Качество оружия. Открыть. Так, качество оружия. Некоторые виды оружия лучше других. Качество снаряжения может определять по цвету значка. Ага, понятно. Бирюзовый, пополненный, золотой. Ну, понятное дело. О, лечилка. Седы. Сиепти. Гвозди, шмозди. Хорошо. А, понятно. О, сука, ничего себе. Еще одна. Ну, а где можно посмотреть? Какая кнопка? Ага. Это шо у нас? Ой. Ага, понятно. А где? А где? А где можно посмотреть оружие? Общее снаряжение. Режим, понятное дело. Режим одиночный. А как оружие посмотреть? Алло. Я не понял. Ой. В чем дело? Не. Тихо. Тихо. Прикол. О, ничего себе. Все, тихо, сложись. Спокойся. Спокойствие, только спокойствие. О, патроны, патроны, дробовик. Что-то не прогрузилось, что-то. Ну, парень. Ходи, а теперь сколько там всего интересного. Как попасть туда? Годится, вот это мне классная штука. Ага, понятно. Что это? Шип. Ну давай. О, вот это хорошо. Это отлично. Ничего. Шип, да. Что, на что поменять? Шип, а что он шип? Он стреляет, ну и хер с ним, что он стреляет. Шипами, это прикольней. Бабахает четко. Четко, чисто. Дробовик. Тогда я понимаю арсенал. О, годится. Где там у меня? Полудробовик. Берем. Так, что еще тут есть такого интересного? О, я-то думал. О, тихо. Все годится за своих. Тут это не взять. А вот что тут? Пистоль. Пистоль. Да прикольней. Ну прикольней и все. Ля, что оно такое? Что оно все меняется постоянно, не пойму. Не прорисовывается, потом прорисовывается. Ну что, настройка плавит. Опа. Что ты, ёпта?
А это типа если тут тихо лазишь, то это самое. А ну а это что у нас? Пистолет-пулемет. H26, блядь. Это вниз. А когда я успел подняться? А, я не поднимался. А, это один этаж. Так, этот этаж я пошарил, правильно? Там. О, автомат. Че я автомат не увидел? И что это? А, это патроны. Нормуль. Мне бы такой автомат с собой. Так. Так, так. Я тут сколько всего слышу, ни хрена себе. Опа, 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 опа. Все, поломали турель, активировали. Что здесь интересного? Что здесь? Блин, там тоже. Это что у вас так много? А это ж питание, правильно? Я походу иду не по своей очереди. О, питание. Вообще не по своей очереди. Мне надо проходить игру, а я тут с херней занимаюсь. Аж интересно. О, короче, это далеко. Это далеко. Ага. Так, вправо я не выйду, сюда не, это не надо. Так, вот там турель, да? И не одна. Успел, ёпты. Датчик. Так, отключили. Что там внизу? Там внизу ничего нету. Ой, блядь, что это я уебал? Да ладно. Что в натуре? Ля, прикольно, слышишь? Не можно таскать с собой. Туматно. Взял так, поставил, всех расхерячил. Тут нормально, ничего, все чисто. Ни к чему. Ни к чему. Никому. Ничего не надо. А, это типа я мог зайти снизу, мог зайти сверху, сбоку, раком, свистом, все остальное, это понятно. Так, подожди, подожди. Ой, блядь, потерялся. Так, поднимаемся. У меня еще один этаж есть, правильно? Да, да, у меня еще один этаж. Ой, стартанул. Вот. О, сука, там еще всего. И главное не получить пизды территории или этих. Нету ничего, там вроде ничего нету. Внимание, ничего, нормально. Телек. Трубка от телека. От старого такого телевизора. Березка там еще что. Дробовик. У меня ж такой же, да? Ну да. Че нельзя оружие посмотреть? Это печально. Ну тут столько всего, я не пойму. На кого это все? На одного меня? А где вот этот большой? Где большой? А что это винчестер может, а ну? Тихо. Нихуя себе, бля. Че? Такой бабах и такая маленькая царапина. А ну себе в сиську. Хер там, я охренею. Дай мне немножко боеприпасов. Так подожди, тогда это получается то же самое, что и вот это, ну по идее, правильно? У них походу даже патроны одинаково.
24. Ну да. Понятно. Только это что, двумя руками держишь, а то одну. О, прикольно как. Что ты такой же сам. Ну да. Ну да. О, вот это я искал. Это чисто из-за того, что есть этот сам в самом начале он. Как бы только из-за этого интересен он бы не был. Все, больше нет никакого к нему интереса активировать. Что это вот? Это уже было. Это что? О, это двойная. Двойная прикольно. Лучше, чем где-то одинарная. Я сейчас заебаюсь и перезаряжать. О, это заебись. Это хорошо. Это отлично. Так. Что еще? Вот это. Что это? Это было. Доступно из дома сигнал. Ну, понятно, это просто сигнал. Запишены эти самые пистолетики, шмистолетики. О, прикольно, как комната сделана. Вай, этот рывок меня просто, блин, рывком убить скоро. Давай, пробегаем дальше. А, все, тут ничего. Патронов немерено. Слушай, бери, не хочу. По дешевке. Два пачка по цене одной. Ничего нету. О, что это было? О. Нихера себе, даже можно было так. Ага, там я выйти не могу, там. Ага, все понятно. Открыть. Open. Open the door. Прикольная разрисовочка. Разрисовочка. Так, у меня покруче. Все получается, правильно? Да, все, я все обошел. Обошел реально все. Все, что можно было обойти, обошел. Там открыть, тут открыть, там забрать, тут есть. Тут все отлично. Все, пошли, короче. Блин, а то тут уже сколько мы уже? Уже довольно-таки много, наверное, играем, да? О-о-о, да, довольно-таки много. Да, хоть до миссии дойти, что ли. Как она тесно сохраняется? Да это я уже научился. Сейчас дам, подожди. А что это такое? А, сигнал, понятно. Ага, понятно. Там не достану, да? Ну ладно. Так, мне, короче, вообще в другую сторону. Мне нахер не впали. Подкат есть? Подкат есть. Горячо, я так понимаю, да? Чё-то холодно, что ли, обычно? Чувак. Шо? Да, хорошо. Як? Площадь Дорси, второй этаж. Ой, что он загудел? Это печально. Ночное веселье начинается. И резиденты. Павел Воля, Comedy Club, ёпта. Боевой набор. О, чувак наверху. Ля, прикольно как, да? Спрятались там.
О, там еще, ни хрена себе их. Слышь, их много. А мне куда? А, мне сюда. Ёпта, черт, может, есть другой вход. Заебись. Не хочу я, не хочу я вам устраивать никаких веселий, понял? О, вон, наверху есть другой вход. Оп, оп. Попался. Годится. Годится. Сама. Сама. Вот тебе повеселились. Это что, я тут живу, значит? Скромненько. Басраться. Ух ты, красивая. Кто? Классно. Не сдавайся. Хм, ладно. Блин, общаться утро, новое сообщение. Строили на века. Ну, если бы не петля, все бы завтра уже развалилось. А, вот так вот даже. Прикольно. Жесть. Какие они все мерзкие. Угу. Не говори. Ой, я короче, был такой болит. Подхалим? Ужас. А, причина, у сообщение. Петли опять. Есть пульт управления. Было бы неплохо. Но не верится. Угу. У тебя что-то же самое. Тихонько. Тихонько. Привет, Даунтаун! Прямо сейчас. Даунтаун. Ух, закрой. Что за издевательство? Ебать, закрой дверь. Это что у нас? Это хуйня. Закрой нахуй. Сюда. Закрой нахуй. Опять что ли мерещ? Есть там кто? Закрой нахуй. Есть там кто? Надеюсь, это не Коль. Есть там кто? А тут я могу выбить и вылезти. Я так понимаю. Эх. Так а что у нас здесь? Застрелить их все, короче. Шас. Шас застрелим. О. Нельзя открыть, да? А, это получается... А, все, понятно. Это баррикада. Прикольно. Это получается забаррикадирована дверь, правильно? Правильно. О, сейф. И тут нужен код. И. А где его взять? Код, 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 код. Код, код. Код, код, код. Активируем будильник обычный. Код, код. Где-то же должен быть код. Кот, 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 кот. Нет, тут нету кода, я смотрел. Костя, кот, 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 кот. Нет, назад нету кода. Кот, 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 оказалось 01. Код, где может быть код, а? Не люблю читать переписки, это весь. Нести, нести. Код. О, годится. В стене лишний брелок. Псипать охуеть. Просто брелок. Так, тут смог подлечиться. Где код, блядь, а? Выйти. Выйти это хорошо. Выйти-то я выйду.
Где кот, блин? Не, блин, он может быть открыл бы горячую, о, тут может он написан где-то, не? Все, короче, я не вижу никакого кода. Ладно, пошли, короче, отсюда. О, чувак. Огонь, видел? Воришка. Эй! Ох, вот это тема, ебать. Ух. Вообще огонь. Визуальный контакт потерян. Эй! И ты хочешь? Ну, пожалуйста, иди сюда. Блядь, где ты там? Да ты охуела, блядь, банками кидаться на него. Блядь, потухни. Не тухнет, ну ладно. Ну. Где ты, сука, в ногу тебе? Вот это тема, я понимаю. Ох, херню дадут какую-то. Где вы там? Нету? Все, бля, закончились. Идиотина, идиотина. Нету ничего, не. Ладно. 24, и тут 24, не бывает. Мне надо выйти, выйти. Шо? Они повсюду. О, активировать. И чё? Чё, блин? Открыл, блин. Кто? Кто они? Кто повсюду? Кто порвёт меня на части? Было кому рвать, уже порвали бы. Так, ладно, мне, короче, туда надо, получается. Ну что, глаза даже побаливают уже. Надо валить. Надо валить. Вроде никого. Пойдем по тому же пути, как мы сюда приходили. По идее, не должно быть никого. Так я не ходил. Дверь открыта. Подожди, сюда. Бля, какая разница. Эти тоннели пронизывают весь остров. Так я и доберусь до комплекса. О, годится. Как прикольно. Вы выжили. Ну да, спасибо. Найти центр управления. Даунтаун. Чарли управляет сетью. Киозы. Ёпты. Ладно. Вот сколько всего нашел. Так, максимальное здоровье заметно увеличивается. Максимум здоровья. Вы наносите и получаете меньше урона. Вы наносите и получаете меньше урона. Вы наносите и получаете меньше. Может, вы же вы наносите больше урона, но получаете меньше урона. Вот так, наверное. Черепаший панцирь. Вы получаете меньше урона от всего. Теперь можно не бояться поймать пулю или занозить или занозить
занозить палец. А просто поймать занозу нельзя написать? Занозить палец. Это кадрец просто. Что это такое? Находки. Находки — это хорошо. Что мы нашли? Нихуя, да? А что мы нашли? Нихуя мы не нашли. Находки. Это хорошо. Что нашли? Нихуя. Так, ладно. Я не понимаю. Влево, вправо, не? П. Движение. А, так движение. Все понял. Масштаб вперед. Это время, прикольно. Боевой набор. Тихо. Рано умирать. Максимально это поставим, конечно. Сюда поставим вот это. И вот это. Да, все, смысл. Так, оружие. Оружье. Ну да, оружие. Тихо, подожди. Брюки. Ага. Брюки. А у меня их нету, да? Нету ж? Нету. Поверните. А, как повернуть. Ну, прикольно. Изначальное положение. Хорошо. Так, назад. Так, это что? Может заглянуть. Угу. Прикольно. Заклинить — это хорошо. Это самое оно. У меня только прыжки и все, больше ничего. И вот это, да? А там у меня оружие было с улучшением. Я его выкинул. Ну, Коль, ты думаешь, что ты делаешь вообще, ёпта? Кольт. Как сохраняется, не пойму. Силенько. Ну, прикольно, что исследовать, да. Ладно. Да, было улучшение, я проебал. Печально. Очень даже печально. Не люблю я эту квартиру. И как вижу, ты тоже. А почему? Так и будешь мне названивать, Джули? Джулиана! А мне вообще насрать, как ты там себя называешь. Сейчас да. А раньше ты был мне друг, еще не понял? А, вот почему ты всех на меня натравила. Я единственная, кто с тобой общается. А это значит... Не тот круг общения. Короче, Баслан. Командный центр. Взять его. Взять его. Это самое. Уровень здоровья. Охренеть. Посмотрите, какой вырос. Две метки, получается, добавились. Ну, он только нормально подрос. Так, ладно, все. На этом, наверное, мы зашли. Понятно. На этом мы закончим. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока.